Несмотря на то, что в моде электронные СМИ, газета остается для горожан верным помощником и информатором. Всего 8 небольшого формата листов, а на них умещается много полезной информации. Важные новости недели, памятные даты, на страницах еженедельника обсуждаются горячие темы и события. Есть страничка здоровья и немного юмора. Чтобы выпустить номер, который мог бы увлечь читателя любого возраста, ежедневно стараются корреспонденты, курьеры, ответственные секретари и операторы электронного набора. Итог всему подводит главный редактор. За ней подпись о выходе еженедельника в свет. После материал направляется в область для набора. Добавлю, в редакции «Уваровской жизни» трудится с десяток специалистов. Напомним историю печатных изданий. Самый первый номер газеты в России вышел в свет в 17 веке. «Ведомости» являлись официальным изданием, и в их подготовке принимал участие сам Петр I. Он отбирал материал для публикации, проверял качество переводов, сам же корректировал. Светлана Доровских, Вадим Полосмин, Михаил Уваров, «Наш город».